Привет, желание, друзья. Середина ноября у нас, рынок понедельник. В районе Оба. Идем мы сейчас на овощи, фрукты. Без 25 время. Где много. Восемь гранат огромные, очень сладкие. Восемь штук авокадо, большая капуста штука 10, оливки 10-12. Тут молоточком шлепаю, это потом засаливаю. Банан 7, кабачки 4. Виноград 8, перец сладкий вот такой вот 8, помидор 4. В магазинах помидоры сейчас очень дорогие. По 12, по 15 в магазинах. 5 кабачок. Грибы 10. Яблоки 3. Хурма 10. Я сразу зайду в этот ряд, где бабушка с тыквой должна быть. Чищено. И очень много. Пять кабачков, пять перец. Шесть, семь перец. Бешдра, пять перец. Бешдра, бе! Два кило, наверное, апельсин даже. Дешевый, конечно. Пять мандаринов. 750 бананов, 5 лир авокадо штука. Так, где же была тыква? А вот она, бабушка. Хорошо, Два 50 кабачки. Тыква, люди, просто сказка вообще. Что с ней только не может. Можно и с капустой тушить, и с баклажанами, и с помидорами, и все что угодно. Вот еще тыковка есть здесь. Не знаю даже. Очень много людей даже здесь, в этом ряду. 2 кило яшелликтер, 2 кило яшелликтер, берем. Авокадо шикарные по 10, по 9, по 5, по 4, 3 штуки на 10, банан 8,50, 3 кило 10 лир лимона, 6 лир апельсин, стал появляться апельсин, и стала на него адекватная, наконец, цена. Что у нас все по 10 были. 4 хурма. 4 огурчики, 50 помидор, много оливок, цветные спросите. На кадр кило? Таня унлера. Таня унлера. Штука 10 лир, цветная капуста. В принципе, там не больше килограмма точно. Лаврушечки. О, лаврушечки надо. 5 по 8 авокадо. Боже, здесь какая красота, я даже не знал. Смотрите, как красиво. Смотрите, какие тут прелести. Какие прелести здесь. Сделала хендмейд. Здесь вот мастерская, я даже не знал, надо будет как-то прийти поснимать. Очень красиво. 2,50. 5 лир, полно апельсин, наконец-то. Цена на них стала хорошая, а то я уже думал, что в этом году не будет дешево. Хотя дешево меня не назовешь, даже 5 лир по сравнению с прошлым годом.
Так, море, апельсин и мандарин. Tutti ti chiedi una volta di colore, vedi? Non avevo. Баклажан 5 лир. Сегодня тыквы много, видно, пик сезона начался. Тыква, он, смотри, даже здесь везде. Капи 8. Так, овощи я приду покупать, когда у них скидки будут вечером. Помидорчики наши любимые. Мараба! Огурчики, помидорчики по 5 лир. Огурцы, 5 помидор. Вот это мои. Сколько? Давай 4 кило. Окей. Я сейчас оставлю. Да, будешь в 6-6.30 будешь здесь? 6 o'clock. 6-7. Я беру потом. Так, 4 кило берем. Помидорчик шикарный. Один штук карт-визит. А, дай. В магазине такие, я не знаю, сейчас лир по, ну, 12, это самый минимум, больше даже, наверное. 6, 6 где-то заберу после 6. Окей. Пойду на море, пока сбегаю. Да. Спасибо. Спасибо. Все, приду. Окей. За овощами я приду потом. Картофель. По 5. Гранат 5, лимон 3,50, апельсин 5, все везде апельсин по 5 сегодня. Так, наши ребята веселые, у них клубники нет. Смотрите, как красиво. Апельсин. 5 лир авокадо. Игрушки вот такие, 3 кило. Мараба. 3 кило 10 лир. Груши и яблоки. Такие по 5. Вот будем яблоки брать. Айва. Вот такая вот хурма интересная. Шампиньоны у них сегодня. Это шампиньоны вроде, да? Кило 10 лир. Вот такие вот кило 15 лир. Хурма 10. Винограда много. Идем, будешь? 10. Вон там он виноград. Везде повсюду виноград. Клубника. Клубника сегодня по 20. Это первая, которую я сегодня нашел. Персик по 10. Кукуруза 10 штук, 5 лир. Гранат огромный по 10. Штука 8 лир авокадо. Здесь мион. 5 виноградин, вот такое. Штука 4 лиры брокколи. Кило 8 лир шпинат. Где наш человек с трусами, с носками. Сейчас идем туда дальше, где я не дошел. И мне надо на море выбежать. Ой, редька, редька вкуснейшая, вспомнил. Редьку, редьку. Надо будет купить обязательно. Это огромный арбуз, не знаю, почем цены нет. Так, мы дошли с вами до этого ряда, сейчас пойдем. Пойдем дальше. Так много людей. Даже по 13 лир есть гранаты, даже по 15.
Картофель 4. Салат 5 лир. Штука 5 лир капуста. Как много цитруса. 4 лиры. Это у нас лимон такой красивый, тоже 4. Огурчики нашего типа, по 3 лиры всего на 7. Это 9 гривен, где-то даже меньше, 8 гривен и примерно 25 рублей, даже меньше чуть-чуть. Здесь красивый авокадо. По 6. 2,50 лимончик. Вот 3 кило 10 лир, какие красивые. Шикарные просто. Много-много тыквы сегодня. Редьку. Какую я брал в тот раз? Такого типа, по-моему, она внутри розовенькая, вообще бомба сладенькая. Все красивые авокадо, блестящие пакеты. Баклажан 5, банан 8. Дарина 2 лиры. Ветка бананов красивая висит. Другая красивая. Айва 6 лир. Русская так разворачиваемся. Яблоки по 2 лиры. Вот полно здесь этих сумок. 130 лир. Сумки, создающие пробки на рынке. Мама, давай кусить. Так аппетитно кушаем. Три кило 10 лир. Капуста цветная здесь 8 лир кило. И брокколи штука 5 лир. Вот такая вот. Груши красивые по 5 лир. Медовые, написано прям медовая. Это грейпфрут по 5 лир, да? Или это апельсин? Нет, грейпфрут 5. Здесь с гёздами. Все, выходим. В принципе, если я приду не сильно поздно, то, может быть, даже я поснимаю еще рынок через часа полтора, если они еще все не разойдутся. Ну, чтобы сравнить цены. Красиво. Дайфончик. И подушки, одеяло, полотенца тоже здесь. Мраба! Заскучал. Там люди везде. Много постельного здесь, приходите к ним. Все, друзья, это был рынок у нас понедельник, рынок Воба. Спасибо за лайки, привет из Алании. Пошел я в сторону моря.